Давайте в звоночек позвоним. Ким, позвони. Вот Дима на фоне скал проезжает. Вот он, зоопарк. Сейчас мы попадем вовнутрь. Посмотрим, что там. И вот мы пришли в зоопарк. Вот Дима вылез уже, зверей пойдет искать. Смотри, смотри, белочка орешки кушает. Иди посмотри. Миша, да? Пошли посмотрим, здоровый Миша. Вот какой большой Миша ходит. Миша голодный всегда. Бурый медведь, вот смотри. Животные могут быть опасны. И кормить надо аккуратно. А где у него миска? Ранки будешь кормить сейчас Мишу. И давай этому, давай, смотри. О! Как они любят. Вот, Дима сейчас ему кинет еды. Ой, почти попал. О, молодец, Дима. О, Дим, смотри, павлин какой. Павлинка какая. Пойдем. Пошли павлина посмотрим. О, Дима напугал, Саш. Да? Кто это? Это павлин. А это курица рядом с ним ходит. Куропатка. А где кошечка? Кто? Кошечка. Кошечка? А здесь нет кошечек, но мы сейчас посмотрим. Диме очень нравится зоопарк, и тут гуляем. Так, вот олень. Дима, олень это видел, нет? Вот этот Гоша зовут олень. Это мама олень. Мама олень, а вот папа олень, наверное, да? А? Верблюд, вот большой такой. Его, нет? Вон какой. Ослик еще дальше есть у нас. Большой верблюд, да? А надо скорее поехать. Енот, да? Енот. Кабан, смотри. Пошли кабана подошел. Посмотрим. Пойдем посмотрим. Какой у него пятачок, Дим. Пятачок. Какой пятачок. Смотри, дикий кабан, Дим. О, дикий кабан. Вот это... Во, кабан, смотри какой. Где-то тут были гуси-лебеди. Давай с тобой глянем. Кошек пошли кормить. Пошли, Дим, посмотрим. Пошли кормить кошек. Пошли. Пошли. Идем скорее посмотрим. Это волк. Это волк. Злой и страшный. Серый волк. Вот здесь кошек кормят. Пошлите. Леопард кушает. Положили кусок мяса ему. Это вот девочка и мальчик. Видишь, Дим, Клеопатра и Самсон. Тебе нравятся они? Кошечки, да, такие большие. Да. Да, нравится Диме кошечек смотреть. Держись крепко за палку, держись. Да. Мясом только кормят. Вот она написана «Вверх» и «Кот». Да, леопард, леопард написано. А кличка у него Самсон. Самсон. Вот это написано. А это написано, что нужно кормить мясом. Овощи, фрукты и мучное не давать.
даже ради интереса. Понравились тебе кошечки? Да. Пойдем тигра посмотрим. Пошли. Пошли. Во, Дима тигра смотрит, да? Тигр ушел куда-то там, в клетку. Вот он. Вкусно пахнет. Невкусно пахнет, да? Ну это животное едим. Кто-то напукал. Напукал. Кто-то напукал. Это не я. Дима всем пожелал приятного аппетита животным. Идем дальше. Рысь. О, рысь. Здесь еще одна кошка, Дим. Ее сейчас тоже кормить будут, видишь? Да. Тоже. Тоже. О, Дима, ты забрался. Рысь, бегает рысь. Смотри, Дима, да? Форт зовут. Форт. Это мальчик, похоже. Мальчик, да. Тоже дикое животное, опасное. У меня такой нет. А тебе такой не надо. Это дико, они только в лесу живут. Это ты рысь? Ты рысь, да. Это тоже пугает. Это тоже пугает. Пугает тоже, они все рычат. Это все хищные животные, Дима. Они все кушают мясо. Да. Ага. Кошечка. Приятного аппетита, кошечка. Приятного аппетита, кошечка. Пойдем, пойдем. Кто здесь? Нас. О, зайчики бегают, кролики, да? Кошечек, приятного аппетита. А приятно. Ты им что-то дал? На, травку дай им. Не бойся, не бойся. Видишь, кушают как. Ну, Дим, ты всех расстроил, кошечек. Ты только потравить пришел, да? Нет, Дим, надо им дать покушать нормально. Кушать, о, приятного кушать. Аппетита. Приятного аппетита, кошечка. О, это кто? Ну-ка, Дим, пошли, пошли посмотрим, кто это там. Два одинаковых. Давай травы еще найдем. Два одинаковых. Два одинаковых, да. А один маленький, да? Держи, будешь кормить барашка? На, держи. Подойди поближе. Подойди поближе. Вот, Дима кормит. Дим, ты отдай. Не бойся, отдай, отдай. Прям вот так. Лёня. Во, отдай, отдай. Во. Лёня. Видишь, да. Скушал. Пойдём, давай еще дадим. На. На, кушай. Пони, лошадка, да? Она очень опасна. Они маленькие пони-то эти. Ой, поют. Давай, где? Нет. Дима всех покормил, ты да? Еще хочешь? Еще хочешь? Сейчас мы тебе еще принесем травки. Да, пошли за травой. Пошли. Пошли за травой. Вот Дима идет за травой. Ты еще хочешь? Да, да. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Так, Дим, давай дадим. Ох, ты как ест, смотри. Ох, да. Молодец. Молодец. Хороший аппетит. Все, хороший аппетит. Ну все, скажи пока, лошадки. Пока, лошадки. Пока, пока, лошадка. Пока, пока. А мы пойдем дальше. Мы пошли. Всем пока. Всем подписка на пока-пока. А мы поехали дальше гулять и кататься на нашем велике. Пока-пока. Поехали домой.